У нас в храме в свое время, ну, в принципе, не было колоколов, точнее, было их два, они остались туда, ну, как бы не было возможности вообще подняться, и иногда там, а иногда это была только Пасха, поднимался завхоз дядя Вася и в два колокола этих 20 килограммовых звонил, да, и в какой-то прекрасный момент у нас появился прихожанин, который работал на скупке металла. И туда внезапно кто-то принес рынду. Рынду. Да, и Алло? он как бы вот это Да, Наташа, сейчас скоро. Сейчас вот чай попить, вот ребят. эту рынду И он мы повесил в расходимся. гараж. Спасибо. Только Он сказал, ну, скоро типа для спустились. прикола, я там работаю на огороде, типа я это самое, теще позвоню в колокол, да, там мне обед приготовят. Там, ну, из этой серии, да. И вот он повесил, закрытый гараж, он повесил его. А сколько килограмм ты рынду? 63 килограмма. О. Вот, он его повесил, приходит на следующий день, и в гараж, в принципе, в закрытый гараж, ну, невозможно пробраться. Он приходит, внутри на колоколе сидит голубь. Причем голубь не такой вот черно-белый, который у нас летает, да, а называется черный монах с пушистым хвостом, с таким воротником. Сидит, как он туда пробрался, непонятно. Черный монах. Вот. Говорит, ну ладно, он открыл ворота, это самое, голубя накормил, выпустил, а рында висит. Приходит на второй день в закрытый гараж. Голубь опять сидит. Черный монах. Он ничего не понимает. Кормит, выпускает. На третий день история повторяется. Он говорит, ну все, надо идти в церковь. И просто человек приносит рынду в церковь, говорит, освятите, пожалуйста, пусть хотя бы дети в нее звонят. И эта рында стала первым благовестником в нашем храме. И вот я использую на трех колоколах, используя два 20-килограммовых, там один был Самгина, другой Лавинишникова, они в тон отличались. И вот эту рынду я отзвонил крестный ход. То есть на трех колоколах в эту рынду, вот там батюшка ее осветил. То есть, и мы еще некоторое время, пока у нас набор собирался, вот эту рынду использовали. Ну, и ты понимаешь, черный монах это знак. Да. Поэтому чувак на измену сел и сдался в церковь. Такая вот интересная история у нас вот про эту рынду, да, и она сейчас у меня в учебной звонится. То есть у Класс, нее такой мягкий интересно. звук, он сделал язык. Ну, там сплав на самом деле такой цинковый, то есть немножко не совсем по ГОСТу. Там в 70-х годах был ГОСТ. Профиль не как у церковного колокола, а у него такой сплошной, одна толщина, да. Тем не менее, он сделал язык. Нужно было, конечно, ну, стальной, чтобы немножко позвончее было. А он сделал тоже из меди, что ли, и такой немножечко так мягко. Но эта рында у меня использовалась в концертном зале Чайковского О. раза три. Увертюра 812 год. У меня девчонка из знакомая Кристина Дзаитова. Она в оркестре Вивальди оркестра работает барабанщиком и колоколистом. Вот. И она говорит, и говорит, настолько вот этот тон подошел вообще в тональность. Я просто сам ходил на эту на премьеру. Да, я потом за это все записывал. И она говорит, вон твоя рында. Это было, то есть у меня рында вообще имеет свой статус и как бы свою историю. Очень интересно. Спасибо, Павел, спасибо.